Бисквит испекла, вырезала два круга. Вот. А это у меня было безе, пережаренное, и пока мы его перевозили, оно треснуло, это я дома пекла. Но ничего, я его кусочками также укладу, смажу, но выкидывать же не будем. И делаю крем. Крем делаю ручным миксером. Это что-то. Я отвыкла. Я чуть миксер у меня не выпал из рук, когда начала сбивать. А его надо в руках держать. Он вот так мотается. Ой, я не смогу. И надо и чашку держать. Это очень сложно. Я забыла. У меня планетарно это без проблем. Закинула и включила, и это же вообще масло сливочное в пачку и баночка вареной сгущенки. Вареная сгущенка качественная и масло тоже 82,5, и мало того, вообще хорошего качества, которого я хвалила. Ой, ну тут хоть немножко уже разбила, а то вообще невозможно было.